Сфинкс. На первый взгляд можно подумать, что вы приземлились на другой планете. И попали в колонию кошек-нудисток. Сфинксы – редкая порода. Вероятно, лучше всего известны отсутствием шерсти. Сфинкс по имени Тед Ньюджент играл в необычайно успешных фильмах об Остине Пауэрсе. На ощупь они как теплая замшевая грелка. Они теплые, потому что температура кожи на 4 градуса выше, чем у большинства других пород. Это единственная порода, выведенная в Канаде. По сравнению с собаками и другими домашними любимцами, эта порода кошек выведена совсем недавно. Они были созданы матушкой природой в 1966 году от домашней кошки, которая родила в канадском городе Торонто лысого котенка. Выяснилось, что это результат природной мутации. Так появился сфинкс – первая бесшерстная порода. Заводчики кошек скрещивали сфинксов с кошками, у которых нормальная шерсть. Потом снова с лысыми. Это длилось 30 лет. Целью этого селекционного скрещивания было создание генетически здоровой кошки с большим генофондом и гибридной силой. Это крепкая кошка средних размеров, очень сильная, хотя внешне лысая. На самом деле у них по всему телу есть слой пуха. Удивительно, но эта кошка, которую моют и протирают, не является гипоаллергенной. Для тех, у кого есть аллергия, регулярное купание помогает уменьшить перхоть, который может образоваться. Поскольку шерсти нет, можно разглядеть все морщинки и необычную форму тела. Можно получить представление, как выглядит большинство кошек под своей шерстью. Сфинксы бывают разных окрасов, и так как у них нет шерсти, цвет определяется пигментом кожи. У них очень большие открытые уши, большие, слегка косо поставленные глаза, вольные лапы с длинными пальцами и толстыми подушечками. Сфинксы чрезвычайно любознательны и любят быть в центре внимания. They're very energetic and they're very gregarious, so they kind of like to show off. Laurie McPhee's cat, Uncle Fester, likes to show off by participating in an important community service at the Angel Animal Medical Center in Boston. When Cats 101 comes back, why is Uncle Fester a star at this animal hospital? Дядя Фестер – это сфинкс, который в свободное время сдает свою кровь нуждающимся. Это совершенно безопасно. Сегодня он пришел в медицинский центр для животных Angel, чтобы выполнить свой долг. Он буквально оживает здесь, ему уделяют много внимания, все выходят посмотреть на него. О, он у нас тут пользуется большим вниманием. Все наши лечебницы знают дядя Фестера. Привет, дядя Фестер. Звезда. Сильвия Кавьелла руководит программой забора крови. Очень трудно найти клиентов, которые с готовностью предоставят своих питомцев для дачи крови. Люди просто не понимают, что подобные программы существуют, и что их любимцам, как и людям, необходимо переливание крови. При несчастном случае или операции собакам и кошкам может помочь программа клиники Angel. Собакам очень часто требуется срочное переливание крови. При внезапной потере крови она нужна незамедлительно. Кошкам кровь нужна реже. Обычно в случае хронического заболевания или когда ждается потери крови при операции. Angel – уникальный центр, потому что использует кровь, заготовленную только по своей программе. По условиям программы клиенты получают льготы за доноров, участвующих в них. Хотя их не так много. Однако кое-что у них получается, потому что в прошлом году кровь перелили 700 животным. У людей 4 группы крови. У собак 8. У кошек 3. Группы крови кошек и человека разные. У кошек встречается первый, второй очень редко смесь этих двух групп. Им проводят медицинские осмотры и тщательную проверку крови, чтобы убедиться, что у них можно брать кровь. Затем вводят легкое седативное средство, которое помогает им расслабиться, и подключают к аппаратуре, которая позволяет следить за жизненно важными функциями. После забора крови кошкам подкожно вводят растворы, помогающие восстановить то, что у них только что забрали. Потом им дают возможность отдохнуть час или два, кормят, отпускают домой.
теперь о кошке, которой должна помочь кровь дяди Фестера. Мика поступила к нам 3 недели назад, после того, как ее сбила машина. Она была очень слабая, ее десны были серого цвета, и нос превратился из розового в серый. Ей требовалось переливание крови. Ты хорошая киска. Это очень хорошая программа, она многим помогает. Кто знает, может, в какой-то момент она сможет помочь и вашему любимцу. Из-за отсутствия шерсти у сфинксов нечему впитывать их потожировые выделения, поэтому их следует регулярно купать. У сфинксов не бывает серьезных проблем со здоровьем, но вследствие высокого метаболизма им весь день хочется съесть. Поэтому если оставить где-то еду, сфинкс ее тут же слопает. Эти кошки предпочитают компанию людей, но прекрасно уживаются с собаками и другими кошками и замечательно себя чувствуют, оказавшись в центре внимания. Возможно, сфинксы не для всякого хозяина, но это определенно уникальные кошки. Давайте им побольше еды, обязательно купайте раз в неделю, они прекрасно будут ладить и с детьми, и с другими домашними питомцами.